02 надо сделать еще раз, подойти. Привет. Бля, все так. Что ты? Я замужем, грузнокомплект. А тебе обычно парни что-то предлагают, когда подходят? А, нет, ну просто я не собираюсь даже общаться. Вообще ты не собираешься даже общаться. Сейчас, подожди, проговорит этот чувак. Так, вернемся к нашему с тобой интересному диалогу. А как бы, что сразу сходу такие барьеры-то, не пойму? Мне кажется, у меня достаточно весомый аргумент, да? Хотя, офигеть, какие слова. А прям мужчина, муж там и все прям, дела, да? Да, прям муж, я замужем и все дела. Неоспоримо, ибо блюду, как сказать, общественную мораль. Слушай, но в любом случае ты так неплохо выглядишь. Спасибо. Вы, кстати, тоже ничего. Вот. Вам хорошего дня. Спасибо тебе тоже. Ты только вот аккуратнее сейчас, а то тебя намотает на эскалатор. Сейчас я просто не могу двигаться, честно, не спал, и хочется вот доехать, и потом я уйду. Хорошего вам дня, девчонки. Привет. Ну я не просто так иду за тобой же километр. Тихо, тихо, тихо. Ну подожди, сейчас пойдешь. Классно выглядишь, кстати. Спасибо большое. Подожди, а ты какая-то молодая на вид оказалась. Сколько тебе лет? В чем проблема? Да проблем-то нет, как бы понравилось, хочу пообщаться. Парень. Что? Мне парень есть. Да мне это не интересно. Ты мне скажи, сколько тебе лет? Ну, 18. А? Ну просто что-то, да, прям как школьница, хотя издалека вроде постарше была. Парню тоже, наверное, там двадцатничек, не больше. Ну ладно, не буду тогда лезть в ваши эти детские. Как тебя звали-то хотя бы? Оксаночка. А, хорошего дня тебе. Пока. Пока. Привет. Что? Привет. Ты, кстати, такая вся интересная какая-то. Да, да, яркая такая девушка. Вообще. А у тебя встреча какая-то здесь? Да, у меня встреча. С любимым молодым человеком? Нет, или что? С подружкой, с любимой подружкой. А, то есть это у тебя место молодого человека пока что, да? Да, вот как знаешь, есть там коротаешь. Кошки бывают вместо молодого человека, а бывает подружка. А можешь отвлечься на минутку, мне немножко это, опаздываю, мне надо идти. Да, да, да. Привет. Вова. Очень приятно, мне папа зовут Вова. Офигеть, Владимировна. Владимировна. Меня папа зовет Виктор. У тебя такое, знаешь, платье, а вернее, ну, юбка. Ну, мне все интересно. Да? Она как это, вот помехи, когда на телевизоре так... А, ну да, да. То есть у тебя платье создает помехи, чтобы мужики, когда смотрят на тебя, чтобы... Чтобы докоротить мужиков, конечно. А, да, чтобы их как бы немножко коротило в этот момент. Ты опять, видишь, там в телефон куда-то. Ну да, у меня там жизнь, да. У тебя прям такие ярко выраженные брови. У меня вот есть один клиент, ты на него очень похож. Ну, это хорошо. Я даже не знаю. Так, сейчас, знаешь, меня... сейчас это такой стайл, он на самом деле в моде. Ну, я за натуральную красоту. Ну, такая какая-то меня... вообще, вот знаешь, такая свежая какая-то, простая, без лишнего макияжа. Ну, глазки чуть подведены. Да, да. Не, ну я могу умыться и ничуть хуже не будет. То есть, если ты умоешься и оденешь спортивный костюм, то да. Тебе все равно захочется подходить, конечно, да? Конечно, конечно, да. А сколько годиков? Мне 23. Ну, это же здорово. Слушай, у тебя это даже, я не знаю, это не ботильоны, это полусапожки какие-то или что-то. Прямо посмотрел меня. Ну, я еще только, значит, в самом начале пути. Смотри, ну, мне реально надо идти, на самом деле, смотри. Я предлагаю обсмотреть тебя в какой-то вот неторопящейся обстановке на днях. Ну, зачем ты морщишь лоб? Ладно, все. Я вот, если был твоим молодым человеком, я бы тебя отучил. Сейчас, конечно, век ботокса там и всякой фигни. Я против. Ну да, и вот чтобы потом не пришлось его замазывать, там, заматывать, мне кажется, надо это... Да, мне мама так стараться. Что? Мама, да ты не волнуйся, учила. Это не значит, что это плохо или хорошо. То есть, в смысле, учила морщить лоб учила? Нет, учила не морщить как раз. Я говорила, мама, ботокс. Леща такая, нет, каждый да, раз, нет, когда... Нет. Смотри, ну я действительно побежал. В общем, смотри, делаем следующим образом. Тебе когда удобно звонить? Так, ну вообще я работаю тут. Ты работаешь? Тут. Тут. Да, я работаю тут. Ну когда примерно это самое? И в ближайшие выходные дни у меня будут 3-4 числа. Давай, я тебя наберу, и мы там разберемся. Куда мне набирать? 64. 96.
все. Меня Вова зовут. Слушай, ну ты прям такая какая-то хорошая. Да, я знаю. Ты спокойная какая-то, знаешь, вот такое женское от тебя что-то такое исходит. Может, ты, конечно, та еще там гламурная бестия, ну, раз от раза. Вот. Разные. Ладно, я на самом деле прям побег. Сложная рука. Давай мне щеки свои. Замечательно. Хорошего дня тебе. Подружки, привет, пока. Привет. Может, тебе чем-нибудь помочь? А ты ждешь кого-то или что? Тебе что-нибудь подсказать? Нет, спасибо. Ты такая интересная. Отвлекись на меня на секундочку. Мне нет времени. Ну, я думаю, что время всегда есть. На личную жизнь надо находить же. Или как? Все хорошо, уже нашла. Уже нашла? Да. Прям любовь? Да. Ну, значит, я не знаю даже, что тебе сказать. А что там, прям нормальный парень, что ли? Да. Ты прям общительная очень. Ну, я понимаю, что я там, типа, лезу со своими этими, но... Да. Как бы, мне кажется, все-таки... Я бы, например, если был бы воспитанной девушкой, я бы сказал, да, молодой человек, да, здрасте, извините, но я там замужем, бла-бла. Хорошо, ну, у тебя такие интересные, невоспитанные глаза какие-то. Ладно, хорошего дня тебе, пока. Прикол в том, что вот фраза про, там, ты же воспитанная девушка, да, она, соответственно, может иногда дать какой-то эффект, ну, чтобы, как бы, девку хотя бы... вытащить на общение, вот. Но в данном случае она сказала, я не воспитанная девушка. Ну, просто действительно иногда девушки говорят так. То есть это бывает реакция подобная, бывает такая, что вот у меня был случай, клиент подходит к девушке, то есть пытается как-то пообщаться, она его не слушает и уходит. И я подхожу, говорю ей вот эту же фразу, слушай, ну ты же воспитанная девушка. Она останавливается. Потом я начинаю дальше трешить. Я говорю, слушай, подойди к нам обратно, потому что ну, мы же с тобой общаемся. То есть не мы к ней, а она к нам. И у нее на лице такое непонимание, почему она сама это делает. То, что вроде бы как так, я куда-то обратно подхожу, но она подходит, такая, да, что вы хотели. То есть вот на ком-то эта фраза очень хорошо работает, на ком-то нет. Если тебе понравилось это видео, ты можешь меня отблагодарить, поставив лайк. И обязательно подпишись на канал, чтобы посмотреть мои видео первым. Не забудь посмотреть предыдущие выпуски. Увидимся!